Начинаем концерт камерной музыки. Исполнители, лауреаты международных конкурсов «Трио Микс» в составе. Солистка Мариинского театра Марина Морескина, меццо-сопрано Наталья Байкова, виолончель, Алиса Братславская, фортепиано. Прокофьев, обработки русских народных песен, сочинение 104-е. Лети Калина, свадебно-величальная, Зеленая рощица, Догорета Калина, Катерина, Снежки белые, Сашенька, За лесочком, Я нигде дружка не вижу, Сон, Кари глазки, Дунюшка, Чернец. Обработка для голоса, виолончели и фортепиано Наталья Байкова. Что ж ты меня цветет?
Yeah.
Breathe.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
5 фрагментов из балета «Сказка про шута», «Семерых шутов перешутившего», переложение для виолончели и фортепиано Романа Сапожникова. «Шут и шутиха», «Купец мечтает», «Шутиха», «Неутешный купец», «Танец шутиных дочерей». Исполняется без перерыва. Thank you.
Thank you.
в заключении концерта прозвучал «Маски» из балета «Ромео и Джульетта», «Марш» из оперы «Любовь к трём апельсинам», обработки для альта, виолончели и фортепиано. Mm-hmm.